Здравствуйте! Сегодня я хочу вам показать, какое чудо мне доставили из Подгорья. Это кипарис вектупой Тедди Бирд. Переводится как плюшевый мишка. Посмотрите, какие у него чудесные зеленые лапочки. И несмотря на то, что он совсем крошка, какой чудесный кустик он уже сформировал. Годовой прирост этого кипарисовика 12-15 сантиметров в год. То есть к 10 годам его высота будет 1,20 – 1,50 м. Ветви у него напоминают папоротник. Хвоя чешуйчатая, зеленая, и он переносит стрижку. Место для него нужно полутенистое, а почва хорошо дренированная. На зиму его рекомендуется связывать, чтобы тяжелый мокрый снег или нас не разломал его. Зона зимостойкости этого кипарисовика, к сожалению, пятая, до минус 20 градусов Цельсия. У меня зона четвертая. Но я надеюсь, что за счет того, что я посажу его на более солнечное место, и за счет снегового покрова он сможет расти у меня. Во всяком случае, в Ленинградской области он успешно растет. Это все, что я хотела вам сегодня рассказать об этом замечательном растении, которое у нас практически в садах не встречается. Если у вас есть опыт по выращиванию кипарисовика тупого Тедди Бирд, поделитесь, пожалуйста. Будет очень интересно. Спасибо за внимание. До свидания.